Всем привет, друзья! Вы на канале InetComp. Поднимите руки те, кому нужно пронумеровать страницы в Word. Если вы оказались на этой странице с видео, то велика вероятность того, что вы ищете ответ на этот вопрос. Это очень распространенная задача, которой задается пользователь при наборе текста в Word. Чтобы при печати текста не запутаться среди тонны страниц, нам на всякий случай нужно нумеровать страницы. Особенно это помогает при работе реально с десятками, а то и сотнями страниц. Итак, как пронумеровать страницы в Word и при этом не запутаться, а все сделать быстро и просто? Перейдите в верхнее меню и откройте вкладку «Вставка». А внутри нажмите «Номер страницы» и в выпадающем списке вот здесь укажите, какой тип нумерации вам больше всего подходит. Я, наверное, выберу внизу «Страницы» и укажу второй шаблон. Теперь клацните по вкладке «Конструктор» и выполните закрытие колон титулов. Да вот и все, готово. Это самый простой способ пронумеровать страницы в Word. Есть еще похожие, которые будут полезны для тех, кому не надо нумеровать первую страницу. Обычно такая потребность появляется, когда мы там пишем диплом, реферат и тому подобное. В данном случае на первую страницу цифру ставить не надо, потому как это будет титульный лист, и там циферка 1 вообще не нужна. Но несмотря на это, цифра 1 в уме все равно засчитывается. Итак, сначала мы проставляем цифры, как описано в первом шаге, а уже дальше, чтобы убрать цифру с этой страницы, мы кликаем дважды мышкой по номеру и в открывшихся опциях выбираем вверху пункт «Особый колон титул для первой страницы». Супер! Все сработало! На этом все, вы были на канале InetComp. До встречи в новых видео!